будет за третье место. 75 килограмм. Илья Истомин, Санкт-Петербург. Олег! Привет, Саша!
Go.
Подтяни его, давай. О, сразу подрыгнул. Внутил кулака. Олег. Крути, крути его. Вот, и контратакует. Сразу. Вот. И вот отошел сразу получше. Внимание представителей команд. После завершения сегодняшней программы соревнований собраться у стола главной судейской коллегии. К рингу приглашается Толоконцев Яранцев, 41 пара, финал весит 75 килограммов. Победу в бою одержал и завоевал бронзовую медаль чемпионата России 75 килограммов весовой категории Иван Заозерский. Иван готовится к церемонии награждения, которая состоится после завершения финального боя.